Неделя российского ритейла. Разговариваем с гостями мероприятия. Евгений, расскажите про цели присутствия вашей компании на этом мероприятии и ваши личные. Добрый день всем. Я присутствую от лица компании Baltic Master и таким образом представляю поставщика комплексного оборудования для магазинов различного уровня, для всех сегментов производства, собственного производства, любого формата магазина. Расскажите про целевую аудиторию на форуме. Есть ли целевая аудитория вашей компании здесь сегодня? На мой взгляд, все люди, которые пришли на семинар, в обязательном порядке той или иной степени участвуют в собственном производстве. На мой взгляд, были интересные вопросы, интересные выступающие и полезные контакты были в любом случае, потому что не так часто собственное производство выдвигается за рамки географии магазина, географии региона и имеет возможность общаться с коллегами, делиться опытом. Достаточно хорошая атмосфера, которая позволяет в спокойном режиме обменяться взглядами, отношениями, контактами в том числе. Расскажите, пожалуйста, как вам деловая программа, сам контент деловой программы? На собственном производстве. Для собственного производства, на мой взгляд, идеальное решение, за исключением пару моментов, которые можно учесть будет. Но по моему представлению, есть, что называется, ожидания. Мои ожидания полностью были исчерпаны. Спасибо большое, не переключайтесь, оставайтесь с нами. Thank you.